Андрей Андреевич, во второй половине февраля у меня планируется удаление геморроя. Скажите, в какой день она пройдет наилучше? Не ВАДА, не важно. Спасибо огромное за мазь Нодикс, это настоящее чудо. Будете пользоваться Нодикс, можно будет операцию отменить. Правда говорю. Пользуйтесь мазью Нодикс, операции не будет. Ладно. Хорошая тема такая получается у нас. Как-то растет все. А что эзотерически означает раздвоенная борода? Талантлив в разных направлениях. А также, если у мужчины раздвоенная борода, очень сильный духом. Что это напоминает? Сексуальность человеческую, да? Поэтому, если раздвоенная борода, то это человек с сильным характером. Обычно люди с выдающимся подбородком, сильные характером, очень упертые, очень целеустремленные, очень требовательные к себе, терпеливые.